2022 жылын ноябрь-декабрь айларында Гагаузияда сая конулду 6000 зейда сууклама кулайы, ангаларындан 6 гриппа хасталы. Бу ишчин хабирледи Гагаузиян салы курмак баканыйн башы Светлана Дулева. Он ишана дани хепси хасталарын саясындан 68% оушаклар. Из общего числа заболевших по АТО Гагаузии дети составляют 68,3%. По Камарадскому району это 72,6%, по Чедрулунскому району 61,9% и по Волоконежскому району 84,3%. Как мы видим, самый высокий процент заболеваемости среди детей по отношению к общему количеству заболевших был в Волоконежском районе. Бүгүнкү күн гриппая каршы вакцина бүтүндөн харжанмады. Бу сади Волоконеж долайында 100% япылды. Ен күчүк вакцинация ууру Комрад долайында сади 43%. Кенде сырасында Комрад долайын саалык меркезин башы Ирина Тодорова аннатты. Нечин бөлө дурум курулду. Семейные врачи принимают все, что в их силах. Развешанные баннеры очень ярких цветов. Сейчас, пользуясь случаем, местное население, если в вашей семье еще никто не болел гриппом в этом году и респираторной вирусной инфекцией, приходите на вакцинацию. Нечин бөлө исик вакцинация ууру чадыр долайында курулду, аннатты чадырдакы саалык меркезин башы Мария Келеш. Почему у нас так получается с вакцинацией? Потому что бьются только первичное звено. Мы ходили по всем учреждениям, по всем школам, садикам, агитировали по поводу вакцинации. Все очень скептически относятся. Одно дело, когда только первичное звено ходит, а другое дело, если бы ходила команда со стороны администрации, со стороны представителей Центра общественного здоровья. А так мы пришли, рассказали, объяснили, сказали, головами кидают, соглашаются. Мы будем, мы сделаем, но тем не менее сильно большого сдвига нету. Гагаузиян башканы Ирина Влахнышанада они инсаннын раатлыгы илкерде лазым болунсун. Гриппая каршы вакцинация варна салсы укламак хасталыгы дургутсун. Лазым барабар ишлеме. Вы знаете, что я постоянно вакцинировалась, публично и призывала. И ни на кого не валила это, потому что считала своим долгом показать жителям нашей автономии, что нужно вакцинироваться. Действительно, процент заболеваемости у нас вырос в регионе. Вырос за очень короткий промежуток времени. Хепси саалык меркезлери каблетлер гриппая каршы вакциналары бу 3700 доза.